У нас есть тут новенькие люди, поэтому мы сделаем небольшую настройку. Мы сейчас с вами будем петь киртан. Киртан – это дар, который позволяет нам связаться с источником, изначальным источником всего. И это очень важно. Так же, как мы видим свет, да, мы понимаем, что свет – это люди, есть источник. Итак, нужно понимать, что в наших способностях, в наших талантах всего этого есть источник. Кто ты его называешь? Бог, Аллах, Кудай, Рама. И это сравнивается, вот эти все имена, с разными колодцами, в разных временах. Знаете, как раньше были наши люди, они очень гордились своей водой. Они говорили, вот наша деревня самая вкусная вода. Вы попробуйте наши деревья, она самая сладкая. И поэтому все имена Бога достойны прославления. В этом и есть истинное единство в разнообразии. И раз я так сказала, что вы в гостях в этой деревне, то в ближайшие 6 дней мы будем угощать вам нашу самую сладкую, самую вкусную водой. И будем петь святые имена Бога, которые звучат так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Рама. Вступление, да? Торжественное начало, да. Это делается для очищения сначала. Мантра – это преддверие взаимоотношений. Мантра – это настройка ума или очищение ума, омовение ума. В прошлом, в недалеком прошлом, люди еще хорошо знали этот как бы метод, хотя разные были способы. Метод очищения ума – он главный. Сегодня у нас осталась только гигиена, то, что мы знаем. Чистая одежда, скажем, нужно умываться, чистить зубы. Это мы знаем. Следить, чтобы пища была чистая, или вода чистая, или воздух чистый, тоже еще понимаем. Но уже меньше, потому что вода уже не очень чистая, воздух тоже не очень чистый. Стандарты меняются. А про чистоту ума люди, в принципе, уже вообще забыли в практике повседневной. Не существует такой практики, утрачены. Вот. И мы вот как раз вот хотим восстанавливать эти древние методы, которые были традиции каждой семьи. Каждой семьи. Иначе род будет нечистым. И в конце концов будут последствия тяжелые. Если ум нечистый человека, то и слова, и поступки, все будет под влиянием чистоты ума. И ум, он имеет, в чем его как бы вот коварность ума. Йоги это знают. Поэтому и главная цель йоги – контроль ума именно. Контроль чувств, ума – это асаны, пранаяма, пратяхара, дхарана, там, тхьяна, самадхи. Там 8 ступеней существует йоги. И на высшей ступени йоги они медитируют, уже достигают контакта непосредственного восприятия вот, абсолютной истины. То, что находится в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома, это вот вселенский разум. Бог в сердце, Бог всюду, то есть они достигают этого при помощи йоги. Йога отличается от веры религиозной. Вера – это начало только йоги. То есть религия – это начало. Это яма, не яма религия. Это значит, есть правила какие-то и запреты, заповеди. Законы шариата или библейские 10 заповедей. Это яма, не яма. Это возможно вот начать с веры именно. Когда человек верит в Бога, вот это и называется религия. Начинается яма, не яма. Остальные ступени сегодня почти утрачены. А их 8 ступеней. И на высшем уровне разницы между религиями не существует. На уровне самадхи нет такого, такой разницы. На уровне человеческой культуры, там, климатических условий, языка, есть одежды, там, обрядов, ритуалов внешних, есть разница. Суть не меняется одна, и цель одна и та же. Вот эти правила предписания, яма, не яма, это начало йоги, вера.
А йога означает, что мы непосредственно уже воспринимаем, видим, протягши называется, непосредственно воспринимаем. Мне сказали, что приедет группа сегодня. Сегодня будет встреча с этой группой. Это называется вера. Я поверил в это, что был организатор, все, там можно показать списки, там, допустим, уже время назначено, можно показать там все какие-то документы, факторы, да. Я, не видя вас, уже знал, что это будет на основании веры просто. Но теперь я непосредственно вижу это. Это есть различие? Есть различие. Теперь я уже могу конкретно видеть, кто это, вот конкретно, что это за группа, что за люди. Это уже йога. Или пример йоги еще, вот мужчина и женщина влюбляются. Это связь, это йога. Это йога. Разрыв а-йога называется. Также во всем отношении есть связь или нет связи. Сейчас люди отчуждены, у них, в принципе, связи глубоко нет. Поэтому они друг друга могут обманывать, там, разводиться, сводиться, там, вот, потому что нет йоги, нет силы отношений. Поэтому слабая верность, много измен, много разводов, также много разногласий, конфликтов на этой почве, потому что нет глубокой этой связи. Как говорится в Пуранах, обычный человек думает, это я, а вот это они. Так он рассуждает. Он не понимает, что остальные такие же я, как и он сам. Как сказал один писатель, что во Вселенной за небольшим исключением в основном вокруг меня другие люди. Это маленькое исключение, я сам. Но сколько других людей больше, чем меня, но я важнее себя чувствую, чем все остальные. Это разрыв отношений. Мы живем в большой семье и не понимаем этого. Возьмите любого человека, любой национальности, любой культуры, любого времени. Устроен одинаково. Та же печень, то же сердце, тот же желудок, те же вкусы, та же боль, то же наслаждение. И люди находят столько различий, чтобы конфликтовать. Одним воздухом дышим, под одним солнцем. И они делят этот мир на чужой, на свой, людей. Так же все это разрыв отношений. И смысл медитации – очистить ум от этих вот различий конфликтных. Разногласий. Во время киртаны мы должны просто слушать звук трансцендентный. Порядок такой, что ведущий поет всю мантру целиком, все слушают, потом все поют, ведущий слушает, чередуется. Это называется киртана. Шравана киртана – слушание, повторение, коллективное. Оно очень могущественное. В результате мы должны почувствовать, что наш ум уходит от всех обозначений и впечатлений, накопленных ранее. Чем дольше мы живем, тем тяжелее жить становится от накопленных впечатлений, от событий пережитых. Жизнь прожить не поле перейти. Люди это знали в прошлом. Мудрецы говорили, что каждый человек должен каждое утро очищать свой ум, омывать ум от этих впечатлений тяжелых. Обиды, раздражение, неудовлетворенность жизнью, жажда мести или жадность охватывает, или зависть кому-то, слова какие-то, внутри плохо себя чувствую. Это нужно вымывать. Это нечистота ума называется. Если мы очистим ум, на самом деле, от этих вот наслоений, пыли, да, которые вот покрывают наше сознание, чистое сознание души, мы обретем ситхи способности, удивительные способности. Они просто проявятся сами по себе. В каждом человеке они есть. Это любой йог знает. В процессе медитации приходят все ситхи. Но не ради ситх это делается. Не ради выгоды материальной, а ради того, чтобы очиститься и приблизиться к Богу. Это высшая цель всех духовных путей, всех любой йоги. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, тхьяна-йога. Там много есть всяких ветвей. Генеральных их четыре. Карма-йога, йога деятельности. Гьяна-йога, йога размышления, философская. А тхьяна-йога – это вот именно аштанга-йога, восьмиступенчатая йога медитации, и бхакти-йога, которая все это вместе объединяет, снимает все противоречия, эти различия. Бхакти-йога – это йога любви, высшая йога считается. Любовь – самая большая сила, связующая живое существо и Бога. Поэтому любовь к Богу, говорится, высшая ступень совершенства любой йоги, любой религии, любого духовного процесса.
И да светится имя Твое, говорится, это звук трансцендентный, имя Бога, 99 имен Аллаха, много других имен в разных традициях, их безграничное множество. Из всех этих мантр, которые очищают ум от материальных наслоений, самая великая в ведах мантра описывается Хари Кришна Маха-мантра. Она, в чем ее сила, не требует никаких строгих правил. Остальные мантры не каждому дают. Есть мантры, которые не дают всем. Нужна подготовка. Сейчас таких людей готовых нет, чтобы получить, скажем, Гаятри мантру. Потому что Гаятри мантра, она не достанет до низших сфер, не спускается. Она принимает человека только с уровня благости уже. Уже он должен быть подготовлен к этому. Но с низших уровней она не работает. Поэтому веды сейчас, люди не могут воспользоваться обычными по этой причине. Но Маха-мантра с любого уровня достает и поднимает. И в свое время вы даже получите Гаятри-мантру, если пойдете таким путем. Гаятри-мантра и также Хари-Кришна-мантра освобождают от всех смертных пороков человеческих. Дает освобождение. Трансформируется. Вожделение в любовь к Богу возвышается. Так все чувства очищаются, удовлетворяются, мы начинаем воспринимать мир божественными чувствами. А эти чувства становятся проводниками счастья и знания. Так написано. Чувства — это проводники счастья и знания должны быть, а не страдания. Хорошо, мантру, наверное, вы все знаете уже. Видно по глазам, что вы далеко не первый раз слышите подобные вещи. Никто не шокируется. Один инструмент, и кто будет играть? Сейчас будет играть. А, Мариданка. Кто будет? Так, иди сюда, я тебя кинь поближе, садись, чтобы я тебя слышал, твои ритмы.
Так, мы около часа где-то с вами пропели. Какие будут вопросы? Я Стесняются все, да? Вопросы пошли. Да. Они еще сложно? Сложно? Да. Ну, просто, может быть, мы не знаем, как приготовить это блюдо. Когда нам дают готовое, попробовать, нам говорят, здорово. Но сами еще не умеем готовить. Вот вопрос практики. Если что-то пробуете такое изысканное, вообще невероятно, как это сделано, да? Кажется, ну я так не сумею. Нет, это вопрос практики. Если я вас сейчас попрошу кого-нибудь сбегать бегом до Алматы там и обратно, вы скажете, ну, сложное дело. Ни велосипед, ни машина, просто бегом. Сбегайте туда, вот, вы помните какое-то там поручение. Обратно вернитесь. Скажите, нет, ну это трудно. Но если вы тренируетесь каждый день, можете? Запросто сможете. Это кажется, что это что-то трудное, недостижимое, непонятное. Ну, это просто практики. Видели балерину? На носке стоит на пуантах, на одном, и крутится вот так. Долго. Как это возможно? Попробуйте. Нет, я так не смогу. Нет, просто практики. Все достигается при помощи практики. Но практика йоги отличается от какой-то материальной практики. Материальная любая практика, она более-менее основана на материальных способностях. Не каждый может стать балериной, понятное дело. Если у меня врожденные болезни, я никогда не смогу бегать, даже при тренировках. Это зависит именно от условности тела. А духовная практика не зависит. Йога от состояния тела и возраста тела. И вы сказали, что мантра – это самая основа, и сначала мы ее поем, мечки, да, основные. А что означает другие мантры? И прослушивание просто так влияет на это? Мантру должен кто-то дать. Ну, как сказать? Ну, это так же, как Моцарт пишет музыку. Он дает музыку, и мы слышим тогда. О, красота. Если нет Моцарта, мы не знаем, мы не слышим. Также мантра. Нужно ее дать по цепи ученической преемственности. Иначе она останется просто внешним звуком. Например, есть электроприбор. Если он подключен к сети, он работает. Не подключен, ну тут же прибор, но не работает. Та же мантра, но как будто вот не работает. Другой пример. Я открываю, скажем, Бхагавад-гиту. Читаю и не понимаю. Тот же пример. Почему не понимаю? В другом состоянии я понимаю, в этом состоянии не понимаю. Да? Общаясь с человеком, кто мне разъясняет, все понятно. Ведь кто-то должен дать мне это.
Тот, кто уже чувствует, уже знает, мы подключаемся, и его тоже. Да? Контакт должен быть через кого-то. Другой пример – огонь. Вы не зажжете его, без спичек очень сложно. Где взять огонь? Где взять огонь? Но если есть огонь, нетрудно зажечь от него огонь, так? Мантра легко передается из сердца в сердце. Сейчас, конечно, модно, я думаю, что в интернете много сейчас мантр всяких, люди увлекаются, это как мода, это йога также мода. Но мантра должна быть передана по духовному каналу, иначе на ней будет работать. Есть еще один пример, старый пример. Сейчас почтовых ящиков нет или есть, я не знаю, есть почтовые ящики, тоже письма еще так ходят. Тогда пример подойдет. Вы пишете письмо, запаковываете в пакет, конверт, адрес пишите, идете, почтовый ящик бросаете, все. И ждете. Проходит неделя, и к вам приходит ответ. Вы думаете, хорошо, только зачем так далеко ходить к ящику? Ящик такой сделаю себе в квартире. Точно такой же. Сделаю ящик, все, напишу почту, буду бросать туда письма. Ответа не будет. Потому что почтовое отделение связи должно установить. Другой пример. Вы включаете здесь кнопку. И свет говорит. Вы делаете небольшое усилие, не так ли? Но поскольку целая система существует, включается вся система. Электростанции, там, трансформаторные проводники, всевозможные там вещи. А вы просто кнопку нажимаете. Но поскольку она связана с системой, она работает. Также мантра, если она не дается, если она не связана, не дается правильным образом, правильному настроению, она не сработает. Ну, она как-то работает, но не так, как плохой контакт. Где-то искрит, где-то что-то, где-то переживается. Маха-мантра, ее можно повторять даже без посвящения. Это единственная мантра, которую можно даже без посвящения повторять. Маха-мантра. Она не зависит ни от чего вообще. В грязных местах, нечистых, где угодно. В любое время можете повторять. Другие мантры это нужно строго соблюдать. Обеты, аскезы, чистоту, подъемы утренние, ранние, точный распорядок дня, пища там. Серьезные ограничения идут. Иначе вы просто не услышите. Например, человек ест мясо, он не услышит просто ничего. Или пьет спиртное, он не услышит ничего. Чакры закрыты, все. Для него этого просто не существует. Маха-мантра, даже если вы не соблюдаете еще строго этих вещей, она может пробить эти каналы. Это единственная мантра, которая минует ментальную оболочку, оболочку будхи, и сразу проникает внутрь. То, что надо, правда? Да. Ну, так я и говорю, да. Ну, хорошо. Можно спросить продолжение про мантры? Есть много медитаций в интернете, и люди говорят, там, приходят, говорят, я там прокачанный, я там медитирую. Как объяснить, что это не та медитация, которая... Нет, не нужно всех разочаровывать. Пусть многие люди должны, ну, как, свой разум тоже применить. Мы не должны навязывать, как бы, даже хорошие вещи. Вот я скажу, вот, хороший торт, открываю рот, и весь торт. Ну, ты скажешь, нет, он же хороший. Чего отказываешься-то? Нет, мы делаем так. Вот хороший торт, хочешь попробовать? Маленький кусочек. А можно еще? Да, и вот так постепенно человек съедает торт. Да, а сейчас у людей какое представление о йоге? Ну, поверхностное, о мантрах тоже. Ну, что-то слышали. Понятно, что они что-то там придумывают, что-то там сами чувствуют, что-то пытаются сами придумать какие-то методы. Они не сработают таким образом. Но опыт какой-то не получат. Какая-то медитация, какие-то искорки, да, они могут следующий шаг сделать еще. Но если вы уже получаете мантру, вы прогрессируете, знаете, как быстро. Это вот такое сравнение. Космический корабль. Чтобы его оторвать от Земли, вообще выбросить в стратосферу, нужен огромный запас топлива. И выход энергии такой, что землетрясение кажется вокруг просто. Там все трясется, грохочет, знаете, страшная картина, как будто взрыв направленный. И столько сил нужно, чтобы поднять эту махину. Разгоняется, отбрасывает ступени. Но там уже, где нет сопротивления воздуха, тяготения Земли, там наверху нет никаких. Там летает со скоростью космической, без всяких усилий, без всяких препятствий.
Это мантры при посвящении. Но чтобы вот оторвать себя от этих вот обычных наших врожденных представлений о жизни, об этом телесных, нам потребуются какие-то усилия начальные. Даже отказаться от сигареты человеку трудно будет сначала. Мы знаем это. Некоторые не могут, в принципе, даже сделать. Это кажется невозможно, да? Привычка такая, что, ну, кажется, я не смогу этого сделать. Или навсегда оставить вообще любое спиртное на всю жизнь. Ни по праздникам, никак. Полное. Еще есть другие аскезы, более высокие. И человек подумает, ну, не-не-не, это не для меня. Берите мантру. И там никаких усилий не нужно для этого. Вы получаете другой вкус, свободу. Потому что все, чем люди наслаждаются в этом мире, это зависимость. Это рабство. И никогда они не испытывали вкус настоящей свободы. Свободу ума, чувств и жизненной силы. Поэтому ради таких вещей люди думают, ну, я хотя бы попробую. Серьезные цели. Очень серьезные цели. Есть процесс восходящий, вот эта ракета, такой пример сейчас привели, он трудный. Есть процесс нисходящий. Восходящий, то есть я собственными силами карабкаюсь. Восходящий процесс. Я иду на гору восхождения, пожалуйста. А есть процесс еще нисходящий. Он сравнится с лифтом. То есть вы не пешком идете на сотый этаж восходящий, а в лифт садитесь. Он вас поднимается. У вас не такие большие усилия. Нужно просто войти в лифт, нажать кнопку. Немного усилий. Не тратьте столько энергии, чтобы на сотый этаж подняться по лестнице. Это нисходящий процесс. Или его называют еще пушти-марк. Марк – это путь. Пушти-марк – это путь милости. Где уже мы пользуемся высшими силами. Устанавливаем с ними отношения должные. Вот эти высшие силы нас поднимают вверх. Но мы применяем два метода одновременно, и то, и другое, и собственные силы тоже нужны. Не ленитесь, просто не ленитесь, и все. У вас есть достаточно времени, чтобы заниматься медитацией, если вы рано будете подниматься утром. Если откажетесь от мяса, и все будет хорошо. Вы все поймете, все почувствуете. Просто от мяса отказаться недостаточно. Голубь вегетарианец, обезьяна вегетарианка, ну и что? Так, и тут с обезьян. Смысл в другом. Не только в еде и здоровье, а в освобождении сознания. Еще вопрос? Да, по поводу пения мантры, ну или учетка, да, еще считается, называется, она имеет больше сил, когда рано утром происходит, или во время суток. Ну, как мы сказали, что Хари Кришна Маха-мантра, она не зависит от каких-то правил строгих, да? Но. Права, что утренние часы, они в два раза увеличивают эффект Брахма-мухурта. За 40 минут до рассвета наступает Брахма-мухурта. До рассвета. Ну, тут, правда, зимой и летом меняется. Но в среднем, если взять в 5 утра, если вы начинаете повторять мантру, хорошее время. Круглый год. Потому что все спокойно, все спит. Все эти материалисты спят, понимаете, все чувства наслаждения, все дрыхнут в это время, просто, знаете, без памяти лежит. Покой. Вы почувствуете сильнее этот звук. Скажите, есть какие-то полезные аскезы или вредные аскезы, которые не рекомендуют вам помочь? А есть полезные какие-то для продвижения духовного мастерства? А какие вредные аскезы? Вредные, но я не знаю, какие там есть. Не есть 40 дней?
поститься 40 дней? Ну, наверное, какие-то древности сложные, йоги, асаны какие-то. Ну, такие аскезы здесь никто не практикует. Ну, сангита стоит на гвоздях, правда? Я даже по телевизору показывали с этими гвоздями. Стоит на гвоздях, и ничего. Ноги целы у нее. Не то, что это рекомендовано, но ей нравится. Я не думаю, что это самоистязание, но для здоровья она это делает. Она это использует, чтобы как-то людей пододвигать вообще к пониманию йоги как-то. Такая у нее цель. Это тоже аскеза. Но ее не обязательно делать. Но по вкусу, если хотите. Главное, что это четыре ограничения, достаточно этой аскезы. Если становитесь на духовный путь серьезно. Четыре вещи нужно отбросить по-настоящему. Не просто уменьшить, а вообще отбросить. Уничтожить даже из ума. Это мясо, рыба, яйца. Это все интоксикации. И сигареты, и чай, кофе, и наркотики, и алкоголь. Это азартные игры и денежный черный бизнес. И незаконный секс. С этим нужно распрощаться полностью. Если вы серьезно намерены это делать. Если вы что-то хотите сделать, попробовать, ну, выбирайте сами. Но главным образом мы говорим, от мяса откажитесь. Уже вы что-то сможете делать. Когда у вас откроется другое восприятие, вы забудете обо всем этом. Секс – это то, что и собаки делают, и кошки. Не такое уж высокое счастье. Вот это тоже аскеза. И медитация для кого-то тоже аскеза? Сидеть, знаете, 2 часа. Что такая аскеза? С ума сойти. Если вы не входите туда, вы не сможете это сделать 2 часа. Вы не выдержите. Но если вы входите туда, вы не беспокоитесь. 2 часа – это не проблема. Помните, первый класс? Ходили в первый класс? Что вам сказали? 40 минут, 45 минут сидеть вот так. Вы думаете, боже мой! 45 минут, наказание какое страшное. Я в углу столько не стояла. Тут наказ. Я помню, у меня глушок. 45 минут вот так просидеть, а вы что? Но потом вы сидите спокойно, и 2 урока можете просидеть. Вам интересно, увлекаетесь, не замечаете время. Влюбленные часов не замечают. Но если вам с самим собой скучно, вам нужно куда-то пойти, что-то посмотреть, кого-то покритиковать, с кем-то поругаться. Иначе никакой жизни, правильно? Вечно в интернете или в телевизоре где-нибудь. И так мы всю жизнь попусту проживаем просто. Без толку. Еще есть вопросы? Как нужно быть человеку, который только вступает на путь сознания Кришны, но говорится, что нужно идти сразу путем благополучия. Это, я так понимаю, любовный служение Господу, да, посвящать все Господу. Но это кажется, что как будто из первого класса сразу наденется две знания. Некоторые говорят, что нужно начать с кармы, хотя бы просто какую-то делать многочисленную деятельность. То есть непонятно, когда нет понимания, что такое вообще любовь к Богу, как можно себя начать. Послушайте немножко, ага. Карма-йога означает деятельность в знании. Это уже йога. Если просто работать, это карма, просто карма. Что посеешь, что пожнешь, и этот закон кармы работает. Карма-йога, вы возвышаетесь не просто, что посеешь, что пожнешь. В знании. Вы знаете, зачем вы это делаете, для чего делаете. Ваша карма превращается в жертву. Любая религия, она рекомендует что-то жертвовать. Если вы работаете, что-то зарабатываете, вы какие-то садака даете. Десятину платите обязательно. Это законы шариата, законы христианства, Библии, все. Иначе это будет просто карма, жадность. Если вы не жертвуете, вы не развиваете благочестие, доброты в себе. Будете развивать жадность. Поэтому карма-йога. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Постепенно, если вы для Бога что-то жертвуете, ваше сердце, оно
туда же стремиться. Через пожертвование собственностью. Это карма-йога. Но карма-йога в итоге человека разочаровывает. Какой смысл в тяжелом труде? Я не могу понять, почему жизнь так устроена, как мне один старик сказал. Я, говорит, лишь работаю на этих вот 50-100, как говорит, уже 40 лет на этом огороде. Я, говорит, не могу понять одну вещь, почему, если я один раз огород посадил, это нужно делать каждый год. Через 40 лет, говорит, он начинает задумываться об этом, что мне труднее, труднее, труднее это делать. Почему жизнь так устроена, что нужно тяжко трудиться, чтобы жить вообще? Это уже начинается размышление, гьяна. Если вы начинаете задумываться о смысле жизни философной, вы гьяна-йога становитесь. Она переходит вот. Это называется отречение, то есть отказ от деятельности. Они становятся монахами или отшельниками, такие люди. Их немного в мире. Гьяни, мыслители. Сократ, Платон, Диоген, там в бочке жили, знаете, монастырь уходит. Монашество такое. Они начинают размышлять о жизни, о смысле там. Это их аскез. Мало спят и так далее. Там, даже от семьи могут отказываться такие люди. Но когда они исчерпают свои умственные способности полностью, зайдут в тупик, потому что ум тоже имеет свои пределы, за которые не может подняться, они делают вывод одинаковый все. Теперь я знаю, что я ничего не знаю. Это великие ученые. Я считаю, я верю в такие вещи. Теперь я понимаю, что я должен просто колени преклонить перед высшим разумом. Я его не знаю. Это гьяна-йога. Он отказывается от деятельности, отказывается от размышлений и переходит в медитацию, только об одном думает. Вот эта медитация в сердце, восьмиступенчатая йога начинается здесь. И когда он достигает созерцания, трансового созерцания параматмы в сердце, сверхдуши в сердце, тогда начинается, пробуждается любовь, естественно. И вот смотрите, бхакти — вот это любовь. Она объединяет все остальные процессы. Если скажем, что быть гьяни, нужно отвергнуть карму, а чтобы быть йогом, отвергнуть нужно и гьяну, и карму, то бхакти, она все вмещает в себя, и карму, и гьяну, и медитацию, там есть все. В любви есть все. Можете действовать, делайте, что хотите. Действуйте, размышлять. Дурных мыслей больше ни к вам в голову не придет. Если вы говорите, любите Бога, делайте, что хотите, вы свободны. Это бхакти-йога. То есть вы можете использовать и деятельность там, и философию, все что угодно. Но посвящайте все Всевышнему. Это самый простой путь и самый могущественный. Просто у людей нет достаточно знания и веры в личность Бога, поэтому они не становятся на этот путь. Они не уверены в этом. Их сбивают с толку религии разные, противоречия, религиозные, политические, их сбивают с толку мир. Поэтому они не решаются, они не хотят вот этих вот противоречий, различий, говорят, нет, у меня своя религия, у меня Бог в сердце, все, я ухожу от этого всего. Не запутываются. Вы сказали, посвящать себя Богу, посвящать все Ему. Посвящать все Ему. И вот из этого замечания, я когда это пыталась сделать, вот, это будет примерно так, я сижу в душе, я в себе в голове прохожу, это все для тебя, но мне почему-то непонятно, это все для тебя, вот перестанет тебя в душе, это все тебе. Но это как-то смешно, почему-то звучит, я не знаю, почему. Как это понять, как это делать, чтобы это искренне было. Да. Пищу, которую мы готовим для Бога. Знаешь? Да. Ну, вот так происходит. Предлагаем Богу, освящаем пищу, потом едим. Мысли придут сами, потому что это уже духовное. Тебе не нужно думать в этот момент, как это связать с Кришной. Это уже связано. Ты уже около огня, ты уже нагреваешься. Когда ты ешь освященную пищу, ты начинаешь чувствовать, осознавать Бога. Автоматически. Если ты руку протянешь в огонь, ты же обожжешься автоматически. Так же и здесь. Если пища уже правильно освящена,
поедают, ты сознаешь Бога. Это уже часть йоги. Тут не нужно напрягать ум совсем. А как я буду переваривать для Бога пищу? Мы запутаемся в этих деталях. Мы должны думать о том, что соответствует нашему долгу. Остальные вещи мы не контролируем. Это действует природа. Желудок сам переваривает пищу, я не знаю, как он это делает. Тело работает как механизм, без моего участия и контроля. Оно под другим контролем находится, не под моим. Благодарю за эфир. Пожалуйста, Махамантра. Расскажите, пожалуйста, что значение Махамантры. Махамантра – значение безграничное множество. Столько комментариев к Махамантре, не знаю, числа нет. Вот сколько было ачарьев за это время всего, да, существования как бы цивилизации, вот столько комментариев. Есть для нас очень важный смысл. Для нас выделяется один из очень важных смыслов. Дело в том, что когда мы что-то делаем в этом мире, мы делаем всегда с каким-то материальным мотивом, с какой-то корыстью. Без выгоды мы не хотим ничего делать долго. Это в крови у нас врожденное. И вот именно от этого нужно освободиться, от этого чувства собственности. Это вот главное препятствие, да, для нас в развитии духовном. Что из чувства собственности все пороки остальные, они просто развиваются. Поэтому наша деятельность нас запутывает. Все труднее и труднее. Враги появляются, там, конкуренция в деятельности жуткая. За деньги люди убивают друг друга, за нефть, войны. Там. Это вот деятельность человеческая, врожденная. А Махамантра, она совершенно противоположное сознание сразу же. Вы удивитесь даже. Как только вы начинаете повторять Махамантру, у вас появляется желание к бескорыстной деятельности. Вы даже не осознаете это. Например, вы предлагаете пищу. Вы научились этому, так? Вы предлагаете, готовите, освещаете. Попробуйте. Бах! Вы чувствуете. И сразу появляется идея дать попробовать другим. Вас про деньги даже не вспомните. Поэтому смысл Махамантры в этом контексте. О, внутренняя энергия наслаждения Богом, мы к ней обращаемся через нее. О, всепривлекающий, о, дающий радость, вот так Бог обращается. Займи меня бескорыстным, преданным, любовным служением. Вот что я хочу делать. Мне надоели это выгода, конкуренция. Жажда денег, накопительства. Мне надоел такой мир. Я хочу бескорыстно действовать из любви просто. Займи меня таким служением. И эта мантра занимает нас таким служением. Как только вы перестаете мантру повторять, снова возвращаются кармические энергии. В них проникают в сердце. Что это, нанялся, что ли? Нет, плати деньги. У нас такие отношения. Далее между близкими людьми есть денежные счеты, еще какие. И так вы можете, оказывается, жить бескорыстно в этой мире и процветать. Эта наука утрачена тоже среди людей. Я приведу пример, чтобы была понятна иллюстрация. Однажды полубоги и демоны заспорили во Вселенной. Кто из них сильнее? Кто лучше? Ну, это конфликтные, да, два типа. Полубоги и демоны всегда конфликтуют. А отец у них один, Брахма, творец Вселенной. Вот они спорили, уж чудо драги, дело не дошло, как обычно. Они братья вообще. Ну, пойдем к отцу, пусть скажет, кто из нас лучше. Ну, пусть он решит, старший. Вот они все, значит, раздраженные, разгневанные, пришли к Брахме и сказали, у нас тут вот конфликт, отец. Мы вот спорим, кто из нас лучше, сильнее и умнее. Вот ты реши. Брахма не посмотрел, все понятно.
Хорошо, хорошо. Вы все такие могущественные, да. Ну, давайте соревнования устроим. Точно, как мы не догадались. Соревнования надо устроить. А какое соревнование? А кто больше съест? Демон понял, ну тут мы выиграем. Что полубоги контролируют язык, там желудок, у них там йога. А у нас нет таких правил вообще. Мы видим, сколько хотим и что хотим вообще. И, конечно, мы победим. Они обрадовались. Но одно условие, сказал Брама. Есть будете с прямыми руками. Палки привяжут вам к рукам, чтобы вы не сгибались. И кто больше съест? Интересно. Ну, попробуем. Сели демоны на стол. Там много пищи хорошей. Там яство, пир целый. Ну, как тут быть? Так, берут, ну, что делать? Ну, только так выливать на себя или бросать на себя. Ну, и понятно, там кругом все это пища разбрасывалась. Там что-то съели, что-то, конечно, на полу осталось в основном. Злые сказали, ну, почти ничего не съели, боже мой. Ну, хорошо, пусть они попробуют теперь. Сами увидите. Съели полубоги. Не уронив ни крошки, они съели все. Как? Они кормили друг друга. Вот чем отличаются, видите, две культуры. Одни живут для себя, другие взаимодействуют с другом. Все очень просто. В чем сложность? В жадности. В этом наша неудача. Человек человеку волк. Все. На этом все кончено. Люди даже радуются, когда у вас проблемы. Вам даже некому выплакаться, когда у вас там трудно. Бывает. Бывает такая ситуация. Вам даже некому, никто не сочувствует. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари. Надо повторять внимательно. Сейчас что-то сложного. Это же контакт с Богом, поймите. Это же не просто какие-то звуки, выдуманные нашим умом. Это трансцендентный звук. В эти тайны вы должны сами погрузиться. Это трудно объяснить. На словах. Самадхи на словах не объясняется состояние. Хорошо, если человек начал заниматься духовной практикой с хорошим мотивом, потому что он страдал, и надеется, что с помощью мантры страдания суд, желание исполнится, годы, годы? Ой, упорный какой человек, смотрите. Ну, все равно он уже разочаровывает. Но вроде бы, чтобы время не просветило, не бросает. А что хотел-то? Машину дорогую или что? А? Есть такие вот домино ставили, да, в детстве так, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Потом толкаете одну, да? Падает. Интересно же, снова так ставим. А потом догадались. Маленькая, это крупнее, это еще крупнее. И в конце там глыба вообще. Потрясающая штука. Просто маленькую штучку. Тык. Здорово вообще. Механизм работает. Небольшое же вы делаете усилие, просто языком, так? Харе Кришна повторяете. Но включается механизм, поймите. Как он включается? Не то, что не означает, вы говорите, хочу деньги, Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, нет денег. Кришна, хочу денег. Харе Кришна, но нет денег. Нет, не так. Включается разум, потом энтузиазм, потом вы встаете, зарабатываете деньги, знаете, как это делать. Это не магия, не волшебство. Это реальная вещь. И вы понимаете причинно-следственные связи. Вам открываются законы бытия. И если вы еще захотите потом зарабатывать деньги после этого, в том состоянии вряд ли у вас эти желания проявятся остро.
Большинство людей не нужны большие деньги вообще. Нужно счастье. Большие деньги — это большая ответственность. Просто иметь большие деньги — это не успех. А вот как вы их используете в обществе, вот в чем успех. А накапливать деньги — это, знаете, это бурду живет так, и суслик. Это жизнь грузина просто какого-то. Бестолкового. Разум человека определяется не только потому, как он зарабатывает, может воровать деньги, а как он их тратит. Вот в чем благочестие его, а не в добыче денег. А вот как вы тратите свою собственность, вот так вам и придет. Рука дающего не скудевает. Мы должны учиться жить так, что все, что нам нужно, приходит само по себе, написано в Ведах. Вот это искусство жизни. Без насилий. Без эксплуатации. Это наука. Вот она, настоящая наука. Где вы видите, чтобы птицы работали, звери на работу ходили? С папками, с бумагами, заводы устраивали. Кризис у них там, понимаешь? Есть нечего. Видели в лесу хоть одного муравья голодного, с голоду подыхающего? От истощения лежит муравей. Ну нет, еды, понимаете? Не заработал. Там обманули, тут что-то. Ну. А у людей, смотрите, сплошь и рядом. Кажется, разум есть, смотрите. А денег нет. Да нет, тут же вопрос о жадности уже, а других совсем не об образовании. Тут совсем другой вопрос, совершенно другая сторона, о которой никто не говорит. Ни в интернете, ни по телевидению никто не говорит. Как избавиться от жадности, от зависти, от коррупции. Они знают, что есть коррупция, но ничего не могут сделать. Знают, что есть наркомания, ничего не могут сделать. Знают, что уже сексуальная энергия перевалила, зашкалила в однополые браки. Ничего не могут сделать, их узаконивают, потому что ничего не могут с этим поделать. В Дании они наркотики выдают людям, наркоманам, месячную норму, потому что иначе он будет грабить и убивать. Они не могут остановить это. Нет науки. Религия упала, потеряла силу. Религия запрещает эти вещи, а кто ее слушает? Нет силы в слове, потому что нет качества у говорящего. Они сами пьют, они сами занимаются всем этим. Никто их слушать не будет. У них нет силы, у них нет йоги. У них влияние на людей благотворное. Настоящий священник говорит как пророк, и вы не можете его слушаться. Там сила есть, могущество в словах. Где пророки сегодня? Где? В прошлом все остались. А мы ждем, когда же придет новое пришествие. А мы на что здесь сидим, скажите? Чтобы ждать сидеть? Просиживать свою жизнь? А для чего пророки приходили? Чтобы мы ждали нового пришествия или чтобы делали что-то? Они же наставления дали, нам заповеди дали, на все оставили. А никто не слушает, потому что никто этого не делает. Неприемственность прервана. Очень сложно людям сейчас подключиться к этому могуществу. Они утратили могущество. Стали слабыми разумом, чувствами. Стендаль. Он приехал во Флоренцию и просто услышал, какие ценности искусства хранятся во Флоренции. Услышал просто об этом. Какие чудеса искусства. Он в экстазе потерял сознание. Чувство, талант не каждому дано. Достоевский считал любое мировое зло личным оскорблением в свой адрес. Так чувствовал. Толстой, когда просили играть на рояле, брал всего несколько нот, рыдал и убегал, не мог. Такие чувства, такая сила чувств, таланты. Верона, мы были в Италии, там Ромео и Джульетта, этот дворик, знаете, там все в цветах вообще. Где Ромео приходил, Джульетте, балкончик, весь в цветах, все там, люди приходят с цветами, засыпают просто это место там. Прототипы жили, вот это Ромео и Джульетта. А где такая любовь у всех? Куда подевалась? Что происходит в жизни, скажите, куда мы катимся вообще?
Одни деньги на уме у людей. Примитив какой-то. Повторяйте мантру, Боже мой, какие проблемы? Что, сложно, что ли? Язык есть. Два уха, все, больше ничего не надо, а? Даже одного уха хватит, а если... Одного хватит же уха, язык и все. Да можно без ушей. Даже без ушей можно вибрацию так ловить, так. Можно. Вот, видите? Остальное все приложится, как говорится. Если вы искренне, у вас достаточно все будет в жизни, не беспокойтесь, не похудеете даже. Иначе что еще? Просто из кожи вон вылезть, что ли? Как жить еще? Сейчас пандемия, так люди хоть немножко задумались. Слава пандемии. Тоже нет худа без добра, так говорится. Но люди задумываются о смысле жизни хотя бы так вот. Да, так предустроено, иногда вот такие вещи устраивают человеку. Сбивают с толку его вообще. Он думает, что же за жизнь такая. Когда мы жили в Екатеринбурге еще давно, в 90-х годах, и у нас была, как называется, малосемейка, да? Ну, знаете, вот такая коридорная система, коридор сплошной, и такие вот комнатки, малометражки, что называли, да? Это люди вот расселялись, ну, там вот обычно стариков в эти квартирки селили, чтобы как-то вот отдельно жить семьями. Весь дом был старых людей. Мы какое-то время жили в такой малой семейке. И всегда там эти бабушки сидят внизу на лавочках, вы выходите, они на вас смотрят, так провожают. Вы заходите, а потом вы приходите, а к вам приходили. Они все знают, там, им нечего делать, они всегда валенка, даже летом там, укутаны, у них там кровообращение, они еще замедлены, замерзают, старенькие. Однажды иду с магазина домой, и сидит бабушка одна там, прямо подъезд, один подъезд. Вот так вот сидит и что-то губами повторяет. Думаю, Боже мой, она что, мантру повторяет? Потому что я видел, как так мантру повторяют в Индии. Прям так, знаете, по-настоящему они повторяют. Там вот такая концентрация у них. Но очень похоже. Прошел. Жене рассказал. Видела? Она так же вот, видимо, молитву какую-то повторяет, бабушка. Потом жена проходила из магазина. В одной руке сумка, в другой четкие. И повторяет мантру. Это бабушка услышала. А ну иди сюда. 87 лет. А ну иди сюда. Что у тебя там в руке? Что повторяешь? Имя Бога. Да какая же ты молодец. Ну тут выяснилось. Она Иисуса молитву повторяет. А ты имя Бога какие-то повторяешь. Заходи ко мне, заходи ко мне. Я живу в той квартире. Сказал номер. Жена мне говорит, вот бабушка зовет. Говорит, так возьми просад, отнеси. Ей принеси. Священную пищу, поговори. Она хорошо взяла, пошла угощать ее. Тут же, буквально там через час-два, или я не помню, стучится она, заходи. А ты кто? Да мы же с вами познакомились только что внизу. Да, неважно, ей говорит, память плохая, заходи. И она рассказала, говорит, ко мне все священники меня знают вокруг за это время, мне уже много лет. Я Иисусу молитву повторяю, говорит, уже 40 лет. 40 лет, говорит. Я без нее жить не могу, говорит. У меня, говорит, ни семьи, ни мужа, говорит, я одна. Я живу, говорит, с Иисусом. Она такая счастливая, знаете, такой свет от нее. И очень часто, буквально неделя-другая, и гроб внизу. Ну, старые люди умирают. И тут они все спускаются, их много становится, этих бабушек, и вой такой начинается, знаете, такой, такой страшный вой, такой жутко слышать. Они тоже боятся, потому что видят, умирает. И вот каждую неделю, через две, там, раз в месяц точно кто-то умирает. И они просто вот такие все. Вот так вот. Что тут сделаешь? И тут эта бабушка выходит в этот момент. Что вы тут воете вообще? Чего вы боитесь? Душа вечная начинает такое. Они, боже. Они вот видят, как на Бога на нее смотрят, вот спасительница какая-то просто. Ничего не боится. Раньше люди все молились, знаете об этом? Я свою бабушку спросил однажды, ты в Бога-то веришь? Я уже мантру повторял, стеснялся ей говорить.
Что мы все как атеисты? Говорит, ты в Бога веришь? Она говорит, раньше все верили. Говорю, как? Сейчас никто не верит, почему раньше все верили? Говорит, да? Я говорю, что случилось? Потом сказали, говорит, люди какие-то пришли, сказали, провокация все это, снимайте икону Бога. Нет, ну мы и сняли. Да невежество мы не знали ничего. Скажу так или так, они не знают просто. А позже моя бабушка такую штуку выкинула интересную. Стояла у окна. Зима, там снег идет. Долго так смотрит. Ну, я там еще школьник, так внимание не обращаю, там бабушка. Ну. Вот, я говорю, мам, там бабушка стоит, долго уже стоит, молчит. Она пошла посмотреть, что там бабушка делает. И такая тишина. Потом возвращается, говорит, она говорит, с ума что ли сходит у нас? Я говорю, а что? Я говорю, она, я говорю, мать, мам, что ты тут стоишь? Она говорит, Лена, смотри, видишь, снег идет. Я говорю, ну и что? Бог есть. Все очень просто, видите? Теперь объясните это ученому. Говорит, ну снег это облака, там конденсат, там снежинки, там мороз, там дисперсия, там не знаю, это что. Все запутано. Бога нет. Все просто. Небо есть, земля есть, солнце светит, все растет, жизнь есть. Бог есть, организатор есть. Немножко у окна постойте полтора часа, подумайте, и вы начинаете проникать туда. Немножко просто задумайтесь о жизни, оторвитесь немножко от этой суеты. Вот это медитация называется. Каждое утро делайте это. Иначе не вылезете этих забот в уме, от этих проблем. До депрессии, до сумасшествия можно дойти. Не так все страшно, как мы говорим, конечно. Есть много хороших вещей в жизни, которые помогают нам. Но остерегайтесь, жизнь в материальном мире сравнивается с тем, как мы идем по скользкому льду. Одно неосторожное движение может разбить себе голову. Один развод, и ваша жизнь может быть испорчена на всю жизнь. Один секс, и потом незаконный ребенок всю жизнь какой-нибудь больной. Такое тоже случается.